3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Третьего мая отмечается праздник изобилия Ашавахишты, который олицетворяет высшую справедливость, праведность и высший смысл жизни. Найти деньги в этот день к достатку и богатству. Некоторые люди появились на свет, чтобы наслаждаться видом реки. Некоторых бьет молния. Некоторые рождены для музыки. Некоторые сильно отличаются от основной массы. Истории этот день запомнился следующими событиями. 3 мая 1494 года Христофор Колумб открыл Ямайку. Эй, Ямайка, я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем, Ямайка. 3 мая 1867 года, через 3 года после принятия первой Женевской конвенции, в России основано Общество Красного Креста. Оно объединяет более 100 миллионов сотрудников и добровольцев по всему миру. 3 мая 1902 года в США создана компания Pepsi-Cola, главный конкурент Coca-Cola. Pepsi придумал молодой фармацевт Кали Брэдхэм. Он смешал газированную воду, сахар, ваниль, редкие масла и ореховую колу. Напиток изначально продавали в аптеках как веселяющее и поднимающее аппетит средство. 3 мая 1978 года было отправлено первое спам-сообщение. Сегодня нежелательная реклама выросла в целую мощную теневую индустрию, ежедневно рассылающую более 100 миллиардов электронных посланий. 18 сообщений, 116 приглашений. Кто это такой настырный там?